Тимплей, командир Тимплей, пожожда. Пожожда меня, я опоздал, простите. Я опоздал, я проспал. Я сейчас приду, сейчас, секунду. Я виноват, правда. Я бегу. Меня с вертолета выбросили, блин, суки. Все, я бежу, я запыхался, подождите, я просто толстый. Все. Здрасте. Там наша ста... А нет, уже никого не осталось. Командир! Народ, недавно я узнал, что в ВК появилась группа, в которой бот раздает халявные гаджеты и девайсы, такие как iPhone, PS4, часы Apple Watch и куча других ништяков. Получить приз довольно просто. Заходи в группу в ВК CrazyBox, подписывайся и пиши боту промокод. Тебе будет выдан код, копируя его, активируй у них на сайте по ссылке ниже и получай бесплатный приз. Лично мне выпал браслет к Xiaomi за 2500 рублей, уж такую халяву я точно нигде не встречал. Заказывай доставку полученного приза, либо продавай его на сайте и за эти деньги открывай платные коробки. Так что подписывайся, и возможно ты сможешь выиграть даже новенький iPhone. Ссылку на группу я оставлю в описании. Да кто открыл? Я в пи***ь, блядь, иди не воюй сами. У тебя есть аптечка? Да нет, у меня нет. Откройте, это подарки от Эльдорадо. Открывай, сука, Новый год, блядь! Ух, тихо там, да хуй! Стой, подожди! Да, беги! Тактическое оцепление. Кому аптечка там была? Хуже. Он уже не живой, блядь. Уходите! Вызовите подкрепление, я их задержу, все. Пацаны, я сдаюсь, серьезно. Базар, я им сказал, что я вас задержу, но как... Давай, иди сюда. Давай, сейчас. Вот, выкидай оружие. Сюда заходи. Давай. А, так ты один! Сука! Все понятно. Я подмога, я ваша подмога, я сейчас все порешаю, давайте. Господи, ты не представляешь, какая там жопа была, жопа полная, там эти зеленые человечки террористы. Там кто-то стреляет. Не, чуваки, херово, если мне подмога, работайте сами. Народа. Ох, ебать, он не там. Давайте, выстреляйте, я тут посижу. Мне жопа оторвало только что. Сейчас я, короче, разберусь в базаре. Где твой боец? Давай. Где твой? Ты один прилетел. Где твой отряд? Блин, да есть весь отряд, я ваша подмога, я говорю, я сейчас приду, один снайпер, всех разъебу. Вообще. Пацаны, вам я не такой большой подмоги ожидал, честно. Давай, спецназ. Подожди, не отправляй. Все, давай. Ну давай, вниз. Да, за смерть. Ну давай, нападай. Готов. Давай, да я тебя голыми руками, сука, тут никого нет. Я понял. Блин, там кто-то лифт вызвал. Там этот 96-й. Я понял, там кто-то на лифте едет. Лифт. Может, наш? Отряд, назовите отряд или стрелять будем. Отряд, сука. Стреляй. Тут некого. Ну это нам бога, бог призвал. Ой, нет, лифт. Пока. Если ты тут есть, то я сдаюсь. А, понятно, все. Дайте я покажу. Дайте я засниму это на видео. Как ты чилово это показываешь? То есть включая вас? То есть нет. Генс, бред. Работаем, давайте. А че мы не работаем? Давайте, мы пистолетчики или кто вы? Не, мы гангстеры. Знаете, мы тут нахер не нужны, они тут прекрасно сами справляются. Кто движется? Сука, я косой, походу. Братан, ну чё? Работа! Да работаем, боже мой! Чё? Работаем! Да работаю я! Работаю! Вжик, работаю! Надо пылесос забери. Дело сделано! Сейчас. Пылесос валяется. Да мне некуда уже! Мне некуда. Сверхсекретная группировка. А, ступня питона. Окей, ступня питона. Ступня питона! Не, пойдемте на другой, едет, я у нас отсюда выйду. Мне тоже нравится идти. Ладно, пойдем к доктору. Давайте тут все таки. Патроны кончились. Здравствуйте, ступня питона. Все, я съебаю. Не, идите за командиром, к нему все вопросы, пожалуйста. Сзади командир. Блядь, за что вы его убили?
Давайте поговорим нормально, вот это. А, давайте. Сейчас там стреляют. Сука, ты урод, блядь. За здравие. Да, за здравие и за упокой. Все, пахнет холодной колы. Побежали. Бежим. Кто бутылку разбил? Шапки одеваю. Стелс. Сука! Да я бегу, блядь. Бля, там мячики бушуют. Пиздец. Пацаны, там мяч или там. Я понял. О, нет, тут уже. Он уже тут. Чё, как бы спецназ, все дела. Нас тут двоих хватит на весь комплекс. А мы разве не террористы? Какие террористы? Мы, House Insurgency. Еще раз скажешь террористы, я тебя под трибунал отправлю. Windows 68, ты чего? Это Windows 68. А я думал 98. 6 секунд, я наушники правый и левый перепутал. Пиздец, смотрю, справа никого нету, у меня тебя вправо ухо, короче, звук идет. Ну так, прикройте меня, пачандры. Ща я взламываю. Прикрываю. Слышь, маэстро, поставь его на шухере там, подальше. Если он там начнет орать, иди посмотри, значит там есть жопа. Кто-то. Все, я скачал. Я это скачал. Не гарвалера, я скачал всю порнуху с их жесткого диска, можно убегать. Пойдемте, да. Как раз и посмотрим заодно идет. Да зачем смотреть, нам только скачать нужно было. Нет, не для личного пользования, это для командования. Понимаю. Я мирно, ребят, я вот. Дайте в жопу! Спасите! Там стреляют! Подожди, сука, спасайте, блядь! Да класс, я раньше вас спасал, теперь вы меня должны спасти, все. Блядь, в смысле мы тебя... Я уеб***ю отсюда. Давайте его выдрестируем, как того охранника, короче, блядь, давайте. Не надо, я ж хороший, я ж вас всегда кормил. Наши приказы, короче. Ой, блядь! Я ж свой! Сюда! Назад поднимаемся! Ага! Да они ж меня убьют! Не стрелять, заложники! Вот поэтому поднимайтесь! Я в заложниках, блин! Не стреляй! А не забудь подписаться, тыкнуть на колокольчик, написать свой комментарий и заглянуть в наш паблик с топовыми мемами. Ссылочка есть в описании.